Всем огромный привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень хорошей маской для продления молодости, для красоты кожи. Сегодня у меня будет маска японская. Вы знаете, что японские женщины очень прекрасно выглядят даже в 70 и 80 лет. И кожа у них идеальная, у них практически нет морщин. И вот одна из таких любимых японских женщин масок сегодня я как раз вам покажу. Конечно, хотела бы вам сказать, что японские женщины часто применяют в уходе за кожей рисовую воду. Рисовая вода способна уменьшать морщинки. Женщины в возрасте часто используют именно вот рисовую воду для увядающей кожи. Также, если у вас есть воспаление, есть расширенные поры или солнечный ожог, хорошо очень применять рисовую воду. Как сделать рисовую воду? Очень просто. Берете столовую ложку риса и заливаете 4 столовыми ложками теплой воды. Настаиваете 20 минут. Вот рисовая вода и готова. Еще хотела сказать, если когда вы сделаете рисовую воду, то вот такую воду лучше держать в холодильнике. Где-то в течение 4 дней можно ее держать, а потом опять делайте новую. Протирайте такой рисовой водой лицо, и лицо будет молодым, красивым, и вы увидите сразу результат. Сейчас я приступлю к маске. В этой маске нужна будет глина, белая, именно белая глина. Белая глина очень хорошо борется с морщинами. Я сегодня буду использовать вот эту глину, это анапская белая глина. Такую глину я купила в аптеке. Вы тоже можете посмотреть, в аптеке продаются разные глины. Но вот сегодня я как раз буду использовать белую глину. Вот и здесь у меня 1 столовая ложка белой глины. Затем я беру рисовый настой, добавляю в глину так, чтобы получилась масса такая, как кремообразная. Затем сюда добавляю уходовое масло. У меня любимое мое масло на сегодняшний день, я использую для лица, масло авокадо. Вы можете взять любое масло, которое вам подходит. Не обязательно масло авокадо. Можно вот взять, например, жожоба или масло виноградных косточек, льняное масло. Потом, если у вас вообще этого нет, то можно взять оливковое масло. Главное, берите масло, которое вам подходит. Вот я беру сегодня авокадо, масло авокадо, и добавляю сюда несколько капель, где-то примерно 1/2 чайной ложки. И все опять перемешиваю. На этом маска готова, и теперь можно на очищенное лицо наносить маску. Как наносим маску? Маску, конечно, лучше наносить кисточкой и избегать область вокруг глаз. Обязательно избегайте область вокруг глаз. Наносите кисточкой несколько слоев. Держать маску надо 15 минут. Смотрите, чтобы маска не засохла на лице. Если будет засыхать глина, то возьмите опять рисовую воду и смазывайте рисовой водой поверх глины. Вот, маска не должна засохнуть. Так держим 15 минут, после чего смываем теплой водой. Такую маску лучше делать 2 раза в неделю в течение месяца, потом нужен отдых. И потом опять повторяйте. Очень хорошая маска, разгладит вам морщинки, будет ухаживать хорошо. Так что этот рецепт очень простой, доступный, и его можно пробовать прямо сейчас. Попробуйте, не пожалеете. Спасибо всем за внимание. Мы увидимся с вами в следующих видео. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми.